Ребятки, всем привет! Доброе утречко! Опять начинаю свой влог в машине. И еду я с утра пораньше, сейчас, между прочим, 7:20. Еду я в Тель-Авив развлекаться. Еду я в спа, встречаюсь со своей любимой подругой Лизой. Ой, 100 лет мы с ней не виделись из-за этой короны дурацкой. В общем, мы с ней встречаемся, идем в спа. Будет там, по-моему, хамам, массаж. Ну, в общем, всякие разные развлекалочки для девочек и для мальчиков. Для тельца бренного, так скажем. Ой, так что еду, сразу начинаю говорить с вами во время движения, потому что, блин, я опаздываю. Точнее, я еду прям впритык, но я знаю, что я, когда такие долгие путешествия и дорога, которую я не знаю, я очень часто сворачиваю не туда, и это увеличивает мое время, так сказать, прибытия. А опаздывать мне как бы нежелательно, наверное, потому что у нас очередь. В общем, нужно было бы мне выехать минут на 15 раньше, на всякие такие непредвиденные случаи, типа заехала не туда. Но выехала я прям тютелька в тютель. Знаете, ребят, насколько мне надо было раньше выезжать? Не на 15-20 минут, а на час. Я уже опоздала. И мне еще ехать где-то полчаса. А знаете, сколько мне ехать эти полчаса? 6 километров. И это не потому, что я где-то не так свернула или не туда поехала. Ехала я очень внимательно по дороге, как нужно. Это пробки. Чем ближе к Тель-Авиву, тем все пробка длиннее и медленнее. И сейчас я просто, вы знаете, 5 минут еду со скоростью 20 километров в час, 10 минут стою, и вот так вот всю дорогу. В общем, ехать еще 6 километров, полчаса. Если, конечно, не увеличится время в пути, потому что всю дорогу я слышу это сообщение. Время дороги увеличилось настолько. Короче, я профукала, мне кажется, весь хамам. Не знаю, может, хотя бы минут на 20 я успею зайти туда. Если что-то сдвинется с мертвой точки, с этой гребаной. Потому что хамам, ну сколько там он? Час, по-моему, длится. А я уже как бы на 40 минут опаздываю, если верить Waze. Если там что-то с мертвой точки не сдвинется, и вдруг оно быстрее не поедет, то да, вот на 40 минут я опаздываю. А если оно еще где-нибудь, там пробочку какую-нибудь схватит, то все, капец. Так, ребятки, я приехала, но пока еще не в спа. По виду, наверное, понятно, что я не в спа. Я на парковке, на подземной. В общем, поднимаюсь и бегу в спа. Оттуда еще где-то 3 минуты пешком, насколько я знаю. Тут выход, блин. О, выход нашла. Фух. Капец, опоздала я на 50 минут. Во! Весь кайф обломался, блин. Ладно, с этой минуты я кайфую. Пофиг на все. Так, ну что, ребят, я приехала. Опоздала на целый час, пока искала их от парковки. Еще время заняло. Но меня нашли. Не я нашла, меня нашли. Провели в комнатку. Походу, в хамам я пропустил. Но хотя бы вот на массаж успела. Сейчас расслаблюсь. Кайф. Закончили мы. Ой, вообще такой кайф. Целый час массажа. Камушками тепленькими. Я, правда, вся жирная, вся в масле. Даже лицо и волосы. Может, не видно, но волосы у меня жирные. Потому что мне также массажировали голову. Хорошо, что я голову не помыла перед тем, как сюда ехать, потому что было бы печально чистую голову сразу так маслом бухнуть. Но вот перееду домой и как раз помою. В общем, ладно, одеваюсь и иду к Лизе. Так мы с ней до сих пор и не увиделись сегодня. Ну что, ребят, мы тут посидели в этой комнатке, попили шампанского. Чуть-чуть совсем. Вот и сейчас пойдем гулять. Такое спокойное место. Тут, кстати, можно купить всякие там вот полотенчики, мыло, мочалки.
Кстати, спа находится в районе Блошиного рынка в Яфу. Так что мы в самом, так сказать, злачном месте Тель-Авива, самом интересном по совместительству. В общем, такие дела. Знаете, такое впечатление, что вот жизнь начинает возвращаться в нормально свое русло. Много народу на улицах, Блошиный рынок работает, магазины открыты. Как-то вот нормальная жизнь чувствуется. Это очень приятно, конечно. Блин, мне даже не верится. Ты хочешь снять меню на русском для подписчиков? Меню на русском? Ну, покажи, что тут есть. Тут и меню на русском, и на английском есть, и на иврите, и на арабском. Пожалуйста. Вот. На самом деле, что я хочу сказать. Я первый раз сижу в ресторане. За последние полгода. Наверное, да. Вот за последние полгода я прям волнуюсь, как в первый раз. Лиза, моя любимая, если бы не она, то я бы сейчас сидела на работе. А теперь мы умощенные маслом. Да, все жирненькие. Счастливые. Жирненькие не внутри, жирненькие алло, снаружи. Красивые. Алло. И сейчас будем есть вкусную еду. Какую? Да не важно, какую. Не важно, да. На берегу моря. Вот. Так, ну что, нам принесли хлеб с разными закусками и напитки. А это мое основное блюдо. Я заказала себе пасту с морепродуктами в сливочном соусе. Ням-ням-ням. Ну что, ребятки, я закончила. Сейчас поеду домой, выезжаю вроде в нормальное время. В 2:20 до пробок. Я очень надеюсь, что успею до пробок выехать из Тель-Авива. Дальше уже будет проще. И надеюсь, что я не буду ехать столько же времени, сколько я ехала сюда. Сюда я ехала, ну, больше 2,5 часа, я думаю, где-то 2:40-2:50. Это просто капец, конечно. Хотя изначально Waze с учетом пробок, с учетом прогноза пробок, скажем так, считал мне где-то 1:40. Я ехала 2:40. Ладно, надеюсь, что доеду быстрее. По крайней мере, сейчас я, ну, не особо куда-то тороплюсь. Тороплюсь только домой. В общем, ребята, отдохнули мы классно, вообще, даже с учетом того, что так долго я ехала, я вообще ни капельки не жалею, что я поехала. И даже несмотря на то, что пропустила я хамам и успела только на массаж, все равно вообще ни капельки не жалею, что поехала, потому что увиделась с Лизой. И, ну, вообще классно провела время, особенно после такого длинного перерыва, после такого длинного карантина, скажем так, когда вообще никуда не выезжала и, по сути, большую часть времени сидела дома. Это, конечно, кайф. Кайф, кайф, кайф. Посидеть в ресторане, сходить на массаж, просто погулять, съездить куда-то. Знаете, в обычное время вот не ценишь такие мелочи вроде, когда сходить в ресторан, что это такое. Но когда у тебя этого очень долго нет, ты начинаешь это ценить. По поводу цены, я знаю, что вам интересно. Массаж с хамамом, на который я не успела, стоили 450 шекелей. С меня взяли полную цену, несмотря на то, что да, в хамам я не успела, я туда не попала. Но как бы время на меня было рассчитано, поэтому я заплатила без разговоров. Так что 450 шекелей, час массажа и где-то час хамама. Ну, в ресторане мы поели где-то каждый из нас шекелей на 150, так как это Тель-Авив, точнее Яфу, порт, такое очень туристическое место, не дешевое, поэтому у нас вышло достаточно дорого, по 150 шекелей с лица, скажем так, не буду выражаться. Но самое интересное, я вам сейчас скажу, самое интересное по поводу цены, это стоимость парковки. За полдня в Тель-Авиве я припарковалась на парковке Блошиного рынка. То есть надо мной сейчас Блошиный рынок находится. В общем, парковка мне за полдня обошлась, внимание, 75 шекелей. Это просто капец. Ну, я рассчитывала шекели на 40, там, тут 75. Это, блин, $20 за парковку за полдня. Чтобы вы понимали масштабы трагедии движения в Тель-Авиве, а точнее движения в Яфу. Только выехала с парковки и на тебе. Пробка! Все стоит. Вот. Выехала в пробку. Вот так вот. Знаете, я даже не боюсь здесь включать камеру, потому что мы просто стоим. Мы не движемся. Движется только вот этот вот на мопеде. Друг. Можно посмотреть полотенечки, которые продаются тут слева. Это, кстати, все Блошиный рынок. Он очень большой. Есть прям развалы Блошиного рынка, такой в классическом понимании Блошиный рынок. А все в округе это такие маленькие магазинчики, секонд-хенды.
То есть район такой очень большой, блошиного рынка. Ну и сюда очень классно приезжать, вы знаете, просто погулять в качестве... Когда ты турист, сюда приезжаешь, вообще классно. Это одно из моих любимых мест, когда ко мне приезжают гости из-за границы, сюда их возить. Очень такое колоритное, интересное место. Колоритное во всех пониманиях, я бы сказала, и в хороших, и в плохих. Ну что, ребятки, я опять в пробке, поэтому решила с вами поболтать. Пробка уже на подъезде в Хариш. Ой, что-то сегодня прям день у меня пробок. Ну, конечно, такие пробки, как в Тель-Авиве. Не знаю, в Израиле, мне кажется, больше нигде таких пробок нету. И вообще, по поводу дорожного движения в Тель-Авиве, мне хочется выразиться словами Андрея, не очень культурными, но просто другого у меня не находится. Манал, я в рот, это ваше движение в Тель-Авиве. Это просто капец, такой хаос, пробки, очень много людей, очень много велосипедистов, тех, которых на самокате, на этих электрических ездят. То есть очень сложное там движение, плюс пробки, плюс дороги очень узкие, очень запутанные, потому что, ну, особенно вот я сегодня ехала в старом городе, в Яфо, скажем, в северном Тель-Авиве там намного все проще, там широкие дороги, многополосные дороги, движение более такое организованное, в старом же городе, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, где вот, как, мне кажется, в любых старых городах, старых районах такое вот движение, улочки узкие, все вот такие кривые косые, непонятное движение, непонятно, куда поворачивать, на какой знак смотреть и так далее. Конечно, я от этого отвыкла у нас в Харише с тремя улицами, двумя домами. Кстати, знаете, что странно? Сегодня, вот сейчас я ехала, меня Waze, навигатор, взял по очень странной дороге. Обычно он меня по трассе берет, и вот через трассу я там через несколько поворотов доезжаю до дома. А тут он меня взял через какую-то арабскую деревню. Обычно он не берет через арабские деревни, ну и вообще через какие-то деревни, потому что всегда удобнее доехать по трассе куда-то, нежели заезжать в города и проезжать города. Но, видимо, я не знаю, что-то произошло, возможно, может, на трассе какая-то пробка, авария, не знаю. И поэтому он меня взял через какую-то арабскую деревню. И я очень редко заезжаю в такие места, в арабские деревни, это бывает только случайно, либо там в какое-то туристическое место, если я еду, я могу заехать. Кстати, в Яфо я сегодня была, в арабском городе. Но вот в таком обычном арабском поселке я бываю крайне-крайне редко. И вы знаете, вроде находится это все в Израиле. Рядом все, рядом находятся обычные еврейские, скажем так, поселки, города. Но вот ты заезжаешь вот в этот арабский город или арабский поселок и попадаешь просто в другой мир. Вот серьезно. Настолько все отличается, вот буквально два города, один арабский, другой еврейский, могут находиться буквально через улицу там или через 100 метров друг от друга, но такая колоссальная разница между этими двумя городами будет. Это очень интересно, конечно. Ну, вот скажем, несколько примеров приведу. Во-первых, я сейчас буду говорить именно конкретно про этот арабский поселок, который я проезжала. Видимо, это достаточно такой элитный арабский поселок, потому что я проезжала, а вокруг меня были замки. Вот без преувеличения замки. Это не виллы, это замки. Вот даже если вы заедете в какой-нибудь элитный еврейский поселок, там Кейсария, Герцлея-Петуах, вы там увидите очень минималистичные виллы, которые, да, будут стоить огромных денег, но они такие, знаете, очень минималистичные, это не замки. А здесь же ты заезжаешь, и перед тобой замок, 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 замок. А между этими замками улицы разбиты просто в ноль. То есть представьте себе такую русскую деревню с разбитыми улицами, вот примерно такое же происходит в арабских деревнях. То есть они вкладывают очень-очень много сил, денег в свои дома, но почему-то вот на облагораживание территории денег они не так много вкладывают, скажем так, потому что дороги действительно очень-очень сильно разбитые. Что еще интересно, вот в таких местах, по крайней мере, вот в этом поселке, я заметила очень-очень много дорогих машин. То есть такую концентрацию дорогих машин вы в Израиле, ну, в обычных еврейских поселках не увидите. То есть это Porsche, это, не знаю, Мерседесы, кабриолеты, BMW. Rolls-Royce только реально не хватало. И каждая вторая машина такая. Если, опять же, вы заедете в какой-нибудь супер элитный дорогой поселок еврейский,
то вы не увидите такой концентрации дорогих машин. Да, там будут, может быть, несколько дорогих машин, но в основном это будут такие обычные машины среднего класса. Очень интересно. Плюс архитектура очень разная. Но опять же, я сказала про замки, но даже если взять там архитектуру обычных многоэтажных зданий, совершенно другая. В еврейских городах все такое очень лаконичное, в арабских городах все более такое, как бы так сказать, аутентичное, я бы сказала. Ну, в общем, интересненько. Далеко ехать не надо, чтобы посмотреть арабскую страну. Заедьте в ближайший арабский поселок. Главное, чтобы это был арабский поселок, который, скажем так, жители которого достаточно лояльно относятся к Израилю и к евреям. Потому что есть такие, которые могут очень негативно отнестись к тому, что вы к ним заехали. Я дома. Капец. Капец. 2,5 часа дорога обратно. Теперь буду знать, что когда мне нужно ехать в Тель-Авив в час пик в будний день, мне нужно закладывать 2,5 часа. А не 1,5 и не 2. Ну что, ребят, походу я сегодня недостаточно накаталась. Так что мы всем семейством приехали в такой вот, даже не знаю, как это назвать, целый павильон цветов, где продают цветы и всякие разные растения, чтобы, в общем-то, купить растения на балкон. Смотрите, какой огромный павильон. Нас на самом деле интересует одно конкретное растение, которое растет как два. Два конкретно. Это какие? Все покажу. Ладно, ну в общем мы хотим растение, которое будет как, не знаю, как виноградник, наверное, разрастаться и закроет нам вид на соседей на балконе. Тут есть еще вот такой вот, еще один, можно сказать, павильон с растениями, которые разрастаются как раз-таки по стенам, как виноградники. Покажи, что ты хочешь брать. Виноградник? Вот это он, да? Я не знаю. Нет, это более такой вьющийся был. Но листья такие. Ну, красивое растение такое. И плотненькое такое, да? Кстати, по ценам вот один такой росток, точнее горшок, стоит всего лишь 78 шекелей, да. Кстати, вот то растение, которое Андрею нравится, тоже 78 стоит вот это вот. Так что очень даже неплохо, мне кажется. Мы как-то уже ставили на нашей съемной прошлой квартире подобное растение, оно прям вообще отлично по стенам разрасталось, но потом Андрей решил, что он его увезет к себе на работу, и оно сейчас на работе у Андрея разрастается. Ну что, ребят, вот наши покупочки. Приехали за одним вот этим растением, которое закроет нас от соседей, но купили тут много всего. В частности, купили 5 кустиков клубники, и вот этот вот длинный черный горшок, это для клубники. Также кустик укропчика. И вот этот вот белый красивый горшочек, это для укропа. Ну и, в общем-то, то, зачем приехали, вот это вот растение. Я не знаю, как оно называется, честно, поэтому я не буду говорить. И вот этот вот большой, я бы даже сказала, огромный керамический горшок, это вот для этого как раз-таки растения. Ну и еще Ян взял себе лейку красного цвета. Естественно, поливать свою клубничку. Кстати, Андрей, на сколько денег у нас вышло? 344 шекеля. Ну окей, ладно. Мы тут в торговом центре. Ян с Андреем вот в этом игрушечном магазине. Все, Ян не может решиться, что он хочет. Выбирают. Были мы тут в магазине всякой кухонной утвари, всяких таких мелочей для кухни. И что-то ничего не выбрали. То по размеру не подходит, то по цвету не нравится. Хотела я купить органайзеры для вилок, для ложек, для ножей. Что-то я не нашла того, чтобы прям не понравилось. Так что, наверное, буду заказывать с Алиэкспресса. Делать нечего, как говорится. Ну, подождем месяцок, пока дойдет. По крайней мере, там выбор намного больше, чем вот в магазинах физических. Ну и ехать никуда не надо. Ладно, ребят, на этом я буду с вами прощаться. И всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока!